Здравствуйте, друзья! В этом видео вновь вернемся к теме управления адресными светодиодами. Я покажу от начала до конца процесс прошивки, подключения, управления и интеграции в Home Assistant контроллера для адресных диодов на базе модуля ESP32 и специальной версии прошивки VLED. Все показанное легко повторить в домашних условиях, все необходимые ссылки для скачивания, покупки на рассмотренные видеопримеры вы найдете в описании. С этими модулями на базе ESP32 я знаком уже не первый год. Осенью 2019 я показывал, как при помощи прошивки от ESP Home сделать на их базе Wi-Fi Bluetooth шлюзы с возможностью трекинга устройств. И именно такой модуль используется и в этом уроке. При заказе необходимо выбрать версию на 30 контактов. Можно, конечно, повторить все и на других модулях, но в уроке показана именно такая модель. Приезжает контроллер просто в виде платы, так что будет не лишним обзавестись для него и корпусом. Тут есть разные варианты, просто подходящие по размеру коробочки или макет, распечатанный на 3D принтере. В моем случае как раз второй вариант. Печатный корпус спроектированный точно под размер модуля. Как вы уже успели заметить, для его питания используется стандартный разъем microUSB. Вот так в моем случае выглядит модуль в закрытом корпусе. Вполне себе симпатично и практично. Ссылку на исходник для печати этого корпуса вы найдете в описании под видео. Все модули, которые мне попадались, я имею в виду именно такую 30-контактную версию, купленные в разное время в разных магазинах, не требовали для прошивки ни программаторов, ни даже удерживания кнопок. Все, что нужно, просто подключить к USB порту. После подключения нужно заглянуть в диспетчер устройств. Если все хорошо, то вы увидите примерно такую картинку в разделе порты COM и LPT. Тут появится запись устройства USB to UART Bridge. Если он определился некорректно, то нужно будет установить драйвер, который можно скачать по ссылке в описании. В диспетчере устройств выбираем «Обновить драйвер» и указываем путь к нему. Собственно, для прошивки будем использовать ESP Home Flasher. Актуальная на момент обзора версия 1.4.0. Выбираем вариант под свою систему. А прошивку берем в репозитории VLED. На дату видео последняя версия 0.13.0.B6 для ESP32. Все ссылки вы найдете в описании. Запускаем флешер. Указываем определившийся ком-порт и путь к файлу прошивки. Запускаем. Процесс занимает 30-40 секунд. После прошивки смотрим список Wi-Fi сетей. Если все прошло нормально, то появляется сеть с названием VLED-AP. Подключаемся к ней, используя пароль VLED1234. На открывшейся странице идентификации указываем название своей Wi-Fi сети и пароль для доступа. Я рекомендую для удобства вручную прописать адрес для устройства, предварительно убедившись, что он не занят чем-то другим. Но это можно не заполнять, тогда адрес будет выдан автоматически. Сохраняем. Для управления с телефона удобнее всего использовать приложение VLED. Его можно найти в Play Market и Apple Store. После запуска добавляем новый светильник, указав его IP-адрес или запустив автоматический поиск. Это приложение позволяет управлять как одним, так и несколькими адресными светильниками. Перед подключением сделаю еще пару настроек. Справа сверху нажимаем Config, затем выбираем параметры LED. Затем нужно указать ограничение потоку. Я планирую использовать блок питания на 2 ампера, вот и указываю это значение. Мой тестовый светильник состоит из 256 адресных диодов. Активный по умолчанию режим включения света при восстановлении питания я отключаю. В самом низу сохраняем настройки. Перейдем к подключению. Для тестов я специально приобрел панель с адресными диодами 8×32, всего 256 диодов. Это нагляднее, чем тестировать с лентой. Подобно другим таким светильникам, панель имеет вход и выход, там где трехпроводные кабели, а также дополнительные провода для стороннего блока питания. В комплекте имеется и кабель для контроллера, где красный это плюс 5 вольт, белый это минус и зеленый это передача данных, собственно управляющий контакт. Большой мощности тут не предвидится, поэтому подключаться буду напрямую к контроллеру. Питание подключаем к контактам WIN и ground, они отмечены стрелками слева, а данные к контакту D2, стрелка справа.
Я решил просто припаяться к этим контактам, так надежнее, и контроллер можно будет установить обратно в корпус. Но можно использовать и способ, который я показывал в обзоре про прошивку ESP8266, подключившись к гребенке при помощи DuPont кабеля. Вот мое решение. Тонким сверлом я сделал отверстие для каждого из проводов разъема с таким расчетом, чтобы он выходил под модулем ESP32. Далее припаял согласно показанной схеме. С одной стороны питание белый и красный, с другой данные зеленый провод. Использовать я буду вот такой блок питания с USB разъемом на 2 ампера. К слову сказать, такой же блок питания у меня используется для питания двух соединенных 5-метровых лент суммарно на 600 диодов. Для работы в режиме подсветки эффектов его вполне хватает. Перед тем как приступить к тестам, еще раз пробежимся по основным окнам приложения VLED. Первое окно – это выбор цвета или цветовой гаммы, которая будет использована при работе эффекта. Есть возможность и ручной установки, и заданного набора. Затем идет длинный список эффектов, которые задают поведение диодов. Смена цвета, движение, очередность включения и так далее. Каждый эффект может вручную настраиваться при помощи шкал скорости и интенсивности. При необходимости диоды можно разделить на отдельные сегменты. В таком случае к каждому из сегментов можно применять разные эффекты и цветовую гамму. Далее идет меню пресетов и плейлистов, очень важно и полезно, поэтому как оно работает я покажу наглядно чуть далее. Опция таймер. При активации автоматически отключит светильник через час. Режим синхронизации нужен для синхронной работы нескольких контроллеров в одной локальной сети. В рамках этого видео его мы рассматривать не будем. Текущая информация о работе контроллера. Тут же находится кнопка его перезагрузки. Меню настроек. Частично по нему мы уже прошлись в начале, когда настраивали параметры светильника и блока питания. Еще хотелось бы упомянуть возможность обновления прошивки по воздуху. Где брать свежую версию, вы уже знаете. Еще покажу, как выглядит веб-интерфейс контроллера в режиме настольного компьютера. То, что на смартфоне разделено по нескольким окнам, тут удобно скомпоновано на одном экране. Суть адресных диодов – это то, что каждый из них управляется отдельно. В этом ключевое отличие от обычных RGB диодов, которые управляются просто по питанию на каждый отдельно взятый цвет. Таким образом, адресные диоды на одной ленте или панели могут светить разными цветами в один момент времени, включаться и выключаться в произвольном порядке, что позволяет создавать подобные визуальные эффекты. Что примечательно, для такого режима работы лента не требует мощного источника питания. Как я уже упоминал, у меня в одной из детских комнат установлена 10-метровая лента на 600 диодов, которая управляет такой же, как в этом видео, контроллер и обычная зарядка от телефона на 2 ампера. При этом, если есть такая необходимость, можно подключить дополнительный, более мощный блок питания и использовать такую ленту и как элемент рабочей подсветки, это она тоже умеет. Часть эффектов использует установленную вами цветовую гамму. При этом, если вы выберете другую, она тут же изменится и на светильнике. Но есть эффекты, цветовой фон в которых установлен изначально и не меняется. Примером такого может служить эффект полиция. Эффектами тоже можно управлять. Сейчас на этом эффекте включена минимальная интенсивность, по панели бегает одна точка. Повышение интенсивности увеличивает число диодов, что-то вроде инверсионного следа. Эффект при этом тот же самый. Заметно и изменение значения ползунка скорости. Змейка из диодов может перемещаться и очень быстро, и очень медленно. Таким образом, не меняя эффекты цветовую гамму, только при помощи настроек интенсивности и скорости, можно получить совершенно разную картину поведения диодов. Давайте включим контроллер и выберем какой-то эффект. При активации опции Peak в интерфейсе вверху будет отображаться ход выполнения визуального эффекта. Эта шкала чувствительна и к изменению настроек скорости и интенсивности. Все, что происходит на светильнике, можно видеть в интерфейсе. Это удобно, если нет возможности визуально его контролировать.
Рассмотрим еще одну функцию. Запустим и настроим какой-то эффект. Теперь нажимаем «Создать пресет» и сохраним его под именем по умолчанию. Теперь поменяем настройки для нового эффекта. Сохраним его. И еще один эффект, так сказать, для закрепления материала. Теперь одним нажатием можно активировать все настройки, выбранный эффект, цветовую гамму, скорость и интенсивность. Пресеты можно объединить в плейлист. Тут выбирается длительность его работы и время перехода в следующий. Добавляем элементы плейлиста. По умолчанию у него установлен режим работы по кругу, но есть режим случайного выбора элементов. Теперь ранее сохраненные мной пресеты будут воспроизводиться по кругу по 5 секунд на каждый. Под каждый случай можно сделать свой неповторимый плейлист. Перейдем к Home Assistant. Нам надо меню интеграции. Контроллер обнаруживается автоматически и появляется в виде отдельного окна. Если этого не произошло, можно добавить его вручную, указав его IP-адрес. Готово! Обнаружилось устройство и целых 23 объекта. Сущность Light – светильник. Можно включать и выключать, регулировать яркость, выбрать цвет. В выпадающем меню находится весь перечень эффектов, он подтягивается из VLED. Select плейлистов, он тоже берется из VLED, очень удобно. Аналогично для выбора пресетов. Все, что мы сделали в интерфейсе VLED, теперь есть и в Home Assistant. Это перечень из окна выбора цветовых гамм. Меню интенсивности. Скорость. Тут можно увидеть потребляемый ток и его ограничение на 2 ампера. Рассмотрим несколько примеров автоматизации для управления таким светильником из Home Assistant. Для удобства все они созданы в одном файле Package, ссылку на него вы найдете в описании. Триггером этой автоматизации будет однократное нажатие на левую клавишу логического выключателя. В действиях селектор условий. Первое проверяемое условие – это светильник выключен. Если это условие выполняется, то запускается сервис включения светильника. Он применяется к указанному в секции дата имени сущности, это Light VLED, и сразу запускается один из эффектов. Имя эффекта берем из перечня, в данном примере Police. Кстати, тут есть интересный эффект, который имитирует свет от работающего телевизора. Может пригодиться для создания видимости присутствия кого-то дома. Если первое условие не выполняется, то селектор переходит к следующему, светильник включен. В таком случае выполняется действие по отключению светильника. Проверяем. Если светильник включен, он отключается. Когда отключен, включается с эффектом Police. Следующая автоматизация предназначена для выбора сохраненного пресета. Триггером тут является нажатие на беспроводную кнопку. Структура автоматизации почти полностью аналогична рассмотренной чуть ранее, отличие только в действии при условии светильник выключен.
В этом случае запускается сервис выбора из селекта пресетов. Он запускает первый пресет. Выключаем. Включается первый сохраненный пресет. Ну и в завершение автоматизация запуска плейлиста, триггером которой служит двойное нажатие на кнопку. Структура точно такая же, как и для пресетов, только указываем имя селекта плейлистов и соответствующее имя. А плейлист, как мы помним, может содержать в себе множество пресетов с различными настройками. Снова выключаем. Включается плейлист пресетов, которые в этом примере будут меняться каждые 5 секунд. Итак, мы с вами разобрали практический пример создания контроллера управления адресными лентами на базе ESP32. Если сравнивать с рассмотренными ранее в обзорах ESP8266, он, конечно, производительней. Однако именно для этой задачи вполне хватает и менее мощной версии. Интеграция в Home Assistant позволит автоматизировать его применение, например, в качестве атмосферной дежурной подсветки, а с использованием дополнительного мощного блока питания и как рабочее освещение. Эффекты можно применять в качестве индикатора каких-то событий, от аварийных до вполне мирных и бытовых уведомлений. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы, упомянутые в видео, а также мои проекты, посвященные умному дому, телеграм-канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!